вас похоже. Родион. Это было браво. Ждем контракт. 100%. Мог бы ты представить, что когда-нибудь окажешься здесь? Нет. Вообще даже мечтаю. Да нет, конечно, ну тяжело было представить, что вот будет день, что я полечу с футбольным, популярным футбольным блогером в крылья советов. Золотой мяч. Ваня. Родион. Ваня, как? Родион. Очень приятно. А у тебя какой размер, кстати? Перчаток? Да. 10. И у тебя 10? Нет. А это не совпадение ли? Надо размяться? Не, я готов. А, ты готов сразу? Он в зале был уже. Слава не поможет, как говорится. Сильным не нужно. Грубо говоря, стою здесь. Uh-huh. Ну, то есть игрок выходит с мячом, твоя позиция как при простеле, и я делаю передачу, ты возвращаешься в ворота, занимаешь позицию на линии, уже реагируешь по мячу. Твоя задача просто, я качу пас, и ты, наверное, не забить, больше для Родиона работать, чтобы он отбивал. Просто... Охота гадать? Да, прям... Нет, самое плохое, что можно. Я понимаю, меня это прям раздражает, потому что у меня... Просто если ты начнешь изо дня в день оставаться на каждый удар, сначала ты будешь вообще ничего не отбивать. Просто останься, чтобы мячи проходили рядом с тобой. Ты отработаешь стойку, у тебя будет в голове, что ты остаешься. После ты будешь отбивать мячи рядом с тобой. Ты как бы у тебя самого в голове будет, значит, я делаю все верно. И после этого ты будешь делать какие-то суперсейвы. Ну, просто это со временем придет. Конечно, ты, если начнешь сейчас делать, ты сразу не будешь отбивать мячи. Это через месяц, через два. У тебя придет, у тебя тело к этому привыкнет просто, и в голове что-то уляжется, и ты сможешь еще лучше играть. Ваня катит, да, будет? Да, он катит. Давай ты сейчас, допустим, сделай. Рож! Здорово, Родион. Все отлично. Мандражик есть небольшой? Никакого мандража. Слушай, я тогда предлагаю попробовать пара на пару зарубиться против двух игроков основы крыльев. Надо выигрывать. Надо выигрывать, конечно, мужик. Серега будет бить Родиону, я буду бить тебе. Ну, мне кажется, у меня больше шансов явно будет выиграть. Ну, посмотрим. Давай, если я проиграю, я даю перчатки свои. Ты готов, Родион? Да. На перчатки? Я буду. Серега будет. Так, я... Ты если проиграешь, ты ничего не делаешь. Да, вы же блогеры, мы на сторис тогда. На сторис? Договор. Я рекламирую. Давай несколько, чтобы что, одну? Ну давай, анонс ближайших трех матчей. Все, забились. Договор. Можно приступить. Небольшая разминочка, и мы стартуем. Сейчас не в зачет. Давай, Серег. Ты размял все, Серег, да? Да, я готов. 10 от каждого или по 5? 10 от каждого. 10 от каждого. Давай. Серега решил первым. Хорошо. Проверили манекен. Это приятно, конечно. Хорош, Ламо! Можно? Пока да. Ладно, я два забью, мне этого хватит. Не сомневаюсь. Оп, сомневаюсь. Вот так. Хорошо, без шансов.
Спасибо, Вань. Спасибо. Приятно от вратарей премьер-лиги слышать комплименты. Рабочий, да? Вот как ты мне говоришь? Родион, надо, Родион! Концентрейшн! Vamos! Мужчина! Мужчина, Родион! Vamos! Хорошо! Честно, я за Родиона больше борюсь, потому что хочется, чтобы он получил этот трофей вратарский. У него на самом деле хреновые перчатки, 10 размер не так легко еще найти, поэтому... Мужик, все для тебя. Ух ты! Мы вышли из бухты. Вот, ну, не самое красивое, я признаю, но гол есть гол, ребят. Браво, Родион! Да как мешок упал. Можно я пробью один просто? Давай, покажи, давай, каждый, давай каждый по одному. Да, давай каждый по одному Родиону. Должно быть стыдно. Я Браво. Из 10 попал в сток 4. Просто стыдно, я вот из 3 2 забью. Пинь, смотри, пожалуйста, ворот. Давай, давай. Ты готов? Браво, Родион. Ты готов? Браво, Родион. Хорош. Ай, Роди. Вот на, пинь. Пятый удар у меня всего лишь. Я, за счет еще раз Минки. Ни одного гола. Согласен. Ну как же нет, если да. Всю жизнь просто забиваю. Сегодня что-то не идет. Ты, кстати, как Дюпин. Дюпин же тоже забивал много. К атаке подключался. Но он вообще какой-то гений. Он мне рассказывал, что там в свои годы он прям это... При Григоряне, кажется, тренер был. Когда он за Хабару там на 30-й, что ли, минуте бегал. Но это что-то из области фантастики, конечно. Ой, здорово. Опять снято? Серег, ну уже понимаешь, сейчас давления не было. Давления нет, видишь, благотворительностью занимаюсь. Хорош. Ну прыгни, как Sport Express снимает. Сейчас похоже. Родион. Это было браво. Ждем контракт. 100%. Так как раз он спортивный директор бегает. Можешь с ним поговорить. Слушай, ну так и это, подписывают. Ай. Блин, для выноса это ворот неплохо. Опа! Как давление сразу. Да, это просто на главную поставь просто. Хорош, все, мы повторили друг за другом, можно идти. Мужики, ну здорово, с ударами у вас, конечно. С выносами вообще здорово. Премьер-лига в действии. Да, премьер-лига. А так в премьер-лиге и забивают, понимаешь? Заключительный. О, все. Заключительный, все, девятку положил, можно уходить. Резюме какое-нибудь можешь сказать? Честно, мне очень понравилось Родион. Самое главное, чтобы он никого не стеснялся и верил в себя, в свою мечту, работал. Через не могу даже, когда он что-то не хочет, но когда что-то болит. Потому что я знаю много историй, ну, там, с разными людьми общался, что все воздастся, если ты будешь работать и не жалей себя. 100%. Я тоже в это верю и иду таким же путем. Какой самый сложный был период в плане возраста? Ты можешь вспомнить? Полтора-два года назад, когда я в Чертаново, наверное, месяцев 7 не играл. Наверное, это самый тяжелый период. И что в итоге помогло? Переждал просто? Да, просто перетерпел, работал, несмотря ни на что, верил в то, что у меня будет шанс. И главное им воспользоваться. Так получилось. Ну ты, мужчина, как считаешь, воспользовался не своим шансом? Я? Ну, практически. Практически? Практически. Ну, еще парочку мог отбить. Еще пару. Вот у него всегда так. Любая съемка. Можно еще, да? Да, можно еще. Нет, но это хорошо. Правильно, да, всегда можно лучше сыграть. Слушайте, ну вы в кадре, честно скажу, смотритесь очень хорошо оба. Вот мне кажется, вот, ну, отличная прям, да, такая... Промо для будущего? Да. А почему бы нет? Ну, а представьте, сборный потом, где через 5. Все возможно. Да даже можно камеру сделать, да, наверное? Ну, не знаю, если ты эти... Не, ну, может, это твои тренировочные ты. Не. Все, Родион, с заслуженной победой. Спасибо большое. Конечно. Спасибо тебе еще раз большое, Вань. Все, Инстаграм да. свой. Оп. Инстаграм же есть у тебя, да? Конечно. Может, знаешь, там упражнение какое-нибудь, чтобы именно... Классера? Или даже именно дальность? Дело даже не в классерах, я понимаешь? У меня постоянная проблема была. Сейчас я, по крайней мере, поднимаю мяч, до центра добиваю. Но я чувствую, что могу вынести сильнее. Мяч сильно не летит. То есть вроде ну, бы... Ну, мне кажется, для твоих лет, у тебя 16 лет... Выносить до центра не так уж плохо, мне кажется. Ну, когда я был маленьким,
У меня тоже были с ним проблемы. Все придет со временем, когда ты обрастешь уже мясом. Когда у тебя уже какое-то... А какое-то упражнение тебе именно искать? Ну, типа, все искать, мне кажется, вот даже если смотреть на лучших вратарей мира, Эдерсон тоже, он выносит там сумасшедшую какую-то дистанцию, у него это просто дано от природы. И у него ляхи очень сильные. Понятно, что от силы в ногах зависит, но много от техники. А так что какие-то упражнения на вынос, дальности, эти вообще не надо. Даже не на вынос, а может, ну, вот разгибать или именно мышцы. Или а, ну, тебе надо со жгутами работать больше в тренажерном зале. Именно жгуты, да. Да? Как тебе? Очень доволен. Доволен? Да. Удачи. Рад, что согласился на это путешествие. И, ребят, надеюсь, вы тоже будете, если вы там еще совсем юны, верить во что-то, потому что даже пацаны, с которыми мы сегодня снимали, они все довольно-таки простые, и вы слышали их истории. Каждый может добиться всего, если в долгу верить в себя, работать и, как минимум, сниматься в моих видосах, чтобы потом вратарем приехать на базу Крыльев Советов. Спасибо большое. Также большое спасибо самарцам за гостеприимство. Ребята, прекрасный город, прекрасный регион, Самарская область. Приезжайте почаще сюда.